Маляр с пятилетним стажем Валентин сегодня работает видном. Вместе с бригадой рабочих они ремонтируют подъезды в 22-м доме по улице Советской. Свое дело знают хорошо и работают, что называется, на совесть. Ремонт одного подъезда у них занимает всего 3 дня. Мы сегодня покрасим потолки и стены, один слой. Какой краской? Водонесенная. Водонесенная краска, она не пахнет. Доставляет небольшой дискомфорт людям? Нет, нормально. У всех, кто хотя бы раз пережил ремонт в своем подъезде, новость, что краску для потолка и стен теперь подрядчики предпочитают использовать водоэмульсионную, вызовет восторг. Ведь больше не придется задыхаться от стойкого запаха краски. Эмалью покроют только металлические конструкции. За чистотой и соблюдением всех норм проведения ремонта в подъезде на Петровском проезде 12 следит старшая по дому Валентина Волченко. Нас сразу предупредили, будет делаться ремонт водоэмульсионной краской. Почему? Потому что... Она не горит, она не пахнет, намного чище, аккуратнее сделано и быстро, главное, быстро они сделают. Провести ремонт в домах на улице Советской и Петровском проезде стало возможным благодаря губернаторской программе «Мой подъезд». В них покрасят стены и потолки, отреставрируют входные группы, перила, частично отремонтируют окна и плитку, заменят осветительные приборы. Все работы обещают завершить до конца недели. Стараемся делать на совесть, но пока... Я даже не знаю, пока жалоб не поступало. Все зависит от жителей. Если жители будут бережно относиться к общему имуществу, тогда ремонт будет держаться. Напомним, в этом году в Ленинском районе всего приведут в порядок 531 подъезд. Сейчас работы выполнены более чем на 60%. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Евгений Садовский, Видное ТВ.